Новый председатель одесского ГАМ Максим Степанов выразил уверенность, что ремонт трассы Одесса-Рения закончат до конца текущего года. Сегодня руководитель области провел рабочее совещание в Измаиле. Он рассчитывает найти финансирование, необходимое для замены дорожного полотна. В частности, планируют задействовать одесскую таможню. Деньги от перевыполнения плана пойдут на ремонт магистрали. Ну а далее руководитель области отправился на масштабную стройку спорткомплекса в город Измаил. Сейчас на связи со студией находится мой коллега Игорь Хмурый, который расскажет о том, какие еще места посетил Максим Степанов и что за заявление сделал. Игорь, тебе слово. После Измаила новый глава области посетил город Рени, в частности, строящийся объект новой районной поликлиники. Эту больницу начали строить еще в конце 80-х, однако затем забросили. За последние два года процесс постройки активизировался. Здесь были обнаружены некоторые недочеты, в частности, лифт ходит только до третьего этажа, хотя само учреждение предусматривает четыре этажа. Также Максим Степанов отметил, что в таких масштабных объектах необходимое долевое участие местного совета, чтобы потом было проще обращаться в Киев за дофинансирование. После города Рени Максим Степанов отправился в город Болград, также ожидает несколько мероприятий. В конце хотелось бы отметить, что новый председатель Одесской областной государственной администрации пообещал следующее свое турне сделать на север области. Сегодня его первое выездное рабочее заседание, его первый рабочий выезд будет посвящен югу Одесской области и проблемам и достижениям. Это был Игорь Хмурый на прямой телефонной связи с нашей студией. Сейчас он находится в Одесской области. Сегодня там с первой рабочей поездкой глава ОГА Максим Степанов.